Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна на канале «Сокровища Уральских гор». Вот такой у нас сегодня будет подбор украшений в Низельбере от нашего замечательного уральского мастера. И давайте вместе полюбуемся на всю эту красоту. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, свои видео я выкладываю в 8 часов утра по московскому времени на 4 площадках: YouTube, Рутуб, Яндекс Дзен и Телеграм. Все контакты по видео. Спрашивайте, если что-то непонятно по предыдущим видео, тоже можно задавать вопросы. Все, пожалуйста. Итак, поехали. Вот такая красота. Смотрите, смотрите, какие камни. Роскошнейшие камни. Это Низельбер, повторюсь, и использовано чернение на любой прокол и на любую мочку. Посмотрите, какие роскошные камни. Розовый кварц Урал, 9 грамм, вес одной серьги. Стоимость серег 4000 рублей. К этим серьгам есть вот такой подвес. Вживую они очень хорошо подходят друг дружке. 1900 рублей стоимость этого подвеса. Все продается отдельно. Если я говорю подходит, я просто предлагаю варианты, так сказать, образа. Вот такое кольцо 18 размера. Колечко стоит 2000 рублей. И вот так будет у вас на пальчике. Лизардит 18 размер, 1800 рублей. Родственник змеевика и обладает всеми его свойствами. А именно, вот я считаю, одним из самых главных свойств – это усиление действия лекарственных препаратов, в том числе и химиотерапии. Шерловый кварц, подвес 2100 рублей, прозрачный и вот с такими включениями. Шерлового кварца у меня есть браслеты по 1000 рублей. Нужно будет, покажу. Шерл Люкс 2500 рублей, 17,5 размер. Что такое люкс? Остановлюсь немножечко поподробнее. Значит, вот это кристаллы шерла в том виде, вот в котором они есть в природе. И отполировать вот эти кристаллы очень большая проблема, так как внутри имеются полости с воздухом, и эти полости при полировке вылезают в качестве трещинок. Там, вот смотрите, вот даже здесь вот Шерл Люкс, и все равно вот на колечке вот такие, так что-то у нас тут засветилось, и все равно на колечке есть вот такие моменты. Вот я их сейчас показываю. Вот 2500 рублей стоимость кольца, 17,5 размер. Браслеты разных размеров, стоимость 1000 рублей. Аметист, роскошнейший аметист Урал. Вот такая красота, стоимость 1800 рублей, размер 17,5. К этому роскошному кольцу у меня есть не менее роскошные бусы. Диаметр 8,5 миллиметров, 45 сантиметров нить. Стоимость 1200 рублей. Второй ряд у нас розовый агат, розовый глазковый агат. Вот такой глазик у нас. Смотрите, для тех, кто занимается эзотерикой, 2100 рублей стоимость подвеса.
Именно такой агат является охранным. Так, 2100 рублей. Есть еще вот такое роскошнейшее кольцо с мерцательным эффектом. Вот такие. Вот, вот, смотрите. Вот. Тоже агат глазковый, является охранным. Стоимость колечка 1900 рублей. Колечко 18-го лишь. Что-то 18 и 18,5 размер. Так, пиктолит, он же ангелит. Вот с таким роскошным перламутровым моментом. Смотрите. Красота. Стоимость этого подвеса 2100 рублей. И есть у меня два вот таких роскошных подвеса. Смотрите, перламутровые вот эти моменты вот складываются вот в такой цветок прям посредине подвеса. Подвес в форме паруса. Огромный. Стоимость 2300 рублей. Флюорит 1700. Шиночка одинарная 18 размера. Вот такой малинового, такого малинового цвета, очень интересного. Подвес гранат в породе 2000 рублей. Вот такая очень интересная коллекционная подвеска. Обсидиан 1800 рублей, неистощимый источник энергии для гипотоников. Проверено на себе, 19 размера кольцо, красота из красот. Есть у меня вот такой подвес 1700 рублей, вот такие красные кораллы. Так, и азурит Урал. Вот такой пейзаж. Высокий камень и на подложке из черного змеевика. Так, подвеска стоит 1900 рублей. Есть подвески колечко. Колечко 19 размера. Тоже очень сильно напоминает физическую карту Земли. Ну вот, вот такая вот Марианская впадина. Ну а там дальше у кого на что хватит фантазии. 1800 рублей стоимость колечка. Колечко без подложки. Так, третий ряд. Аквамарины Забайкалья. 2500 рублей стоимость колечка 18 размера и 2500 стоимость подвеса. Есть вот такой у меня браслет размер 16, от 16 до 17,5. 1700 рублей стоит браслет. Желтый кальцит, тоже коллекционный камень, очень... Вижу, честно, вот за 5 лет работы магазина и за 10 лет дружбы с мастером первый раз вижу желтый кальцит, 18 размер, 1900 рублей. Вот так будет у вас на пальчике камень высокий, ну, свойственно уральскому мастеру, 1900 рублей. И вот такой сказочный сапфирин, прозрачный, тоже вижу первый раз. Колечко небольшое, колечко 18 размера, 1700 рублей. К этому кольцу есть вот такой подвес сапфириновый, 10 миллиметров, простите, браслет 10 миллиметров, диаметр бус. Браслет стоит 1000 рублей. Цитрин Бразилия. Включением лимонита вот такие серьги. Серьги стоят 3000 рублей, 5 грамм вес одной серьги.
подвес апатит. Так, вот такая иризация по апатиту. Вот она. Вот. Подвес живой представляет собой рисунок тоже. Вот такой пейзаж с обратной стороны. Вот, вот он, вот. И стоимость его 1800 рублей. Вот такой высокий апатит. Так, это цитрин Урал. У меня есть вот такое сказочное кольцо. Вот так это все здорово выглядит. И, по-моему, вот эти два перышка, вот таких две шторки, дают еще и радужный эффект. Вообще красота, конечно. Двойная шинка 18 размера, колечко 1800 рублей. Колечку есть вот такой подвес, я не настаиваю, подвес стоит 1800 рублей. Вот такие сказочные уральские цитрины. Горный хрусталь, роскошнейший подвес. Вот такая двояко выпуклая линза, высоченный камень и красота из красот. Могу предложить вашему вниманию вот к этому горному хрусталю вот такие сказочные бусы. Бусины 12 миллиметров. Сборка полностью в серебре, и фурнитура между бусин и замок и около замка. Все это все серебро. Стоимость бус 3000 рублей. Есть у меня браслеты разных размеров. Стоимость 1000 рублей. И последнее, что хочу представить вашему вниманию. Вот такой сказочный дымчатый кварц. Это тоже месторождение Урал. По крайней мере, отсутствуют видимые глазу включения. Вот, по-моему, немножечко. Вот. Красота, красота из красот. Дымчатый кварц. Размер 18,5. Вот так. Это все. Стоимость 1800 рублей. К нему есть у меня браслет дымчатый кварц. На бусины 12 миллиметров. Браслеты разных размеров. От 16 до 20. И есть у меня вот такие роскошнейшие бусы. Бусы 50 сантиметров, и горный хрусталь, и дымчатый кварц. Вот такая прозрачность, собранные полностью в серебре. Бусы стоят 3000 рублей, браслет стоит 1000, и, повторюсь, колечко стоит 1800 рублей. Вот на этом я хочу и закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы, всех вам благ. С вами была Татьяна.